Маленькие отзывы о работе бара. Светлана Моргунова в этой, думаю, как же понимать? Ну, допустим, может быть, вы со всеми дикторами знакомы, но почему именно со всеми говорите вы, а с ней? Я ее ненавижу. Ненавижу. Она мне надоела. Ну, 30 лет вместе. Ну, такого, ну, я, это действительно, да? Без всякого левого, да? А вот когда вы расстаетесь с автомобилем, у вас как, иногда вот так, или так вот показывается, у вас так глазки бегаются, вот, конечно, вы как бы свои отрываетесь. Естественно, мой автомобиль стоит, у меня гаража нет, он теперь в студии стоит. Мне его отдавать каждый раз, это беда какая-то. У меня были автомобили, все отдали. То есть вы их что, все проиграли? Мои личные. Вы их проиграли? Да. Почему же так? А что делать-то? Ну как это? А где их хранить? Скрадушились на улице. Интересно. Фу. Что же вы так с ними расстаетесь легко? Что же могу сделать? Они же хочут. Они, да? Давай, да, пойдем, вот, мы мешаем, да? Пойдем. Мы мешаем, пошли. Ну, сделайте, пожалуйста, нам рекламную паузу. Ну-ка, вы вышли отсюда сейчас все, у нас будет сейчас пауза. Сейчас. Пошли отсюда. Паузу, паузу. И это уберите, чтобы... Ну, идите к нам, да идите к нам. Ну, вот слушайте, у меня вас умоляю, хотите получить удовольствие? Как она танцует барыню? Это вы не можете представить. Везде причем, если ее завести, это вы не можете. Мы это сейчас делаем. Сделайте. Мы сейчас ездим. Вы не знаете, как это. Она в самом большом театре, вы же даже не понимаете этого. Причем барыню. На дорогу сюда сойдет. Ну это правда, это сумасшедший дом. Она классная балерина. Ну что ж, мы сейчас это проверим. Мы сейчас ее расстегнем, да? Популярным, извини, за популярным. Кто популярный? Леди Ивановна, а если вас каждый пятницу показывают вам по телевизору? Тоже бы сегодня звезда. А как я объясню это Гале, спрашивать? Как Гале? Она светит. Ну, Галя, почему это... так упорно утверждает, говорит, почему я с ней на «ты», потому что она моя третья. Галя, это пассия. Галя, это сын. Антон, ну как вот созаменитился? Приятно? Оказалось гораздо проще все, да? А вот сам отписался. Это тот, который отписанный. Только кто-то учтите, что 10% отчисляет надо будет. Спиртзавод. А, на спиртзавод. Мы теперь уже не спиртзавод. Антон Петрович, писал. Ну где? На бумажке. Это... Чтобы так объявили, так, там, период музыкальной паузы. Колхозникам там. Им на память. Зачем? Нет, ну а, так, в рекламной паузе сказать, что, ребята, спонсоры программы. Слушайте, вы можете остаться у нас сегодня перемечать, я завтра мы вас работаем. Не спешите, чтобы здоровье сказать. Да, сейчас. Как же? Кто же? Он сказал. Он так сказал? Вот, я говорю, я камеру специально взял. Да вы что? Опять мой муж. Вы знаете, но все-таки... 8 марта буквально через день. Я вот... Я буду спать, нет?